Мы работаем в рамках долгосрочной окружной программы развития научной деятельности ИНАУ в области археологии. Это факт беспрецедентный. Я не знаю другого региона в России, в котором правительство принимало бы такую вот долгосрочную программу развития археологии. Почему это важно? Потому что, ну, вы понимаете, что археологов, хотя и не так уж много, но интересы многих на Ямале как-то так или иначе фиксируются. И если не эта программа, то исследования проводятся до некоторой степени случайно. Вот археологу Иванову интересно сделать вот это, он будет это делать. А когда принимается вот такая программа, то исследования принимают системный характер. И более того, что очень важно для всех исследователей, для нас и для наших коллег из других городов, они принимают характер стабильный. То есть нам не нужно бояться, что на будущий год у нас не будет денег на такие или такие исследования, и мы можем смело планировать свое будущее. Вот это то, что я хотела сказать, и то, что, на мой взгляд, является очень, и на наш взгляд, вот моих коллег, является очень важным.